Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и сегодня, как вы видите, я нахожусь в парке Горького. Сейчас конец января, и я хочу посмотреть на праздничные декорации, которые еще стоят с новогодних праздников. Но самая главная задача у меня – посмотреть площадку фестиваля, подготовленную по программе «Московские сезоны». Этот фестиваль называется «Путешествие в Рождество». Таких площадок по Москве установлено очень много, и здесь одна из них. Перед главным входом в парк стоит такой огромный светящийся шар. Так как сейчас день, то подсветка едва заметна на нем, но вечером, когда стемнеет, он будет полностью освещаться, переливаясь разными красками. Тут же обустроена праздничная площадка для детей с игрушечными персонажами, домиками и елками, и сейчас их по-быстрому пробежим. Идем через главный вход и направляемся прямо в парк. Тут еще стоят белые праздничные елочки. Белые — это как будто они полностью в снегу. А вот за этими елками начинается большой каток парка Горького. Каток, конечно, платный, подойти близко к нему и посмотреть не получится, потому что со всех сторон все закрыто. А вот и светящаяся арка. Арка ведет на Пушкинскую набережную, где сейчас находится площадка фестиваля, и она ведет прямо к ней. Вход на площадку не только здесь. Зайти можно с любой стороны, где вам удобно. Деньги за вход не берут, но внутри, конечно, все придется покупать за деньги. Правда, есть только один нюанс в том, что площадка сейчас открыта для посетителей в определенные дни. Пока что это пятница, суббота и воскресенье. В остальные дни закрыто на техническое обслуживание. Как дальше будет, мне неизвестно, так что надо следить за расписанием. На самом деле фестиваль уже прошел, но площадку это оставят надолго, и рождественские декорации постепенно сменятся на другие, которые уже будут соответствовать следующему фестивалю. А пока что можно порадоваться елке с игрушками и гирляндами. Как и на многих других площадках, здесь работает детская двухэтажная карусель.
Еще начало дня, да и праздники все прошли, поэтому детей пока мало. Так что думаю, что позже детей будет больше, но не слишком. Не так, как в рождественские праздники. На данной локации можно приобрести много всякой всячины, полезной и не только, как и на других площадках. Конечно, это разные сувенирчики. Смотрю, не забыли про популярных сегодня чебурашек. Место обустроили очень красиво, по-сказочному. Надеюсь, оно таким и дальше останется. Хотя вряд ли. Не забыли про главную сцену. Здесь она совсем небольшая и пока что заложена елками и игрушками, но в недалеком будущем здесь уже будут выступать во время каких-то мероприятий. Вот и главная новогодняя елка этой локации. Смотрится очень красиво. Жаль, что ей совсем недолго осталось здесь находиться.
Очень симпатичная, хоть и небольшая, но зато просторная площадка. Если народу не так много будет, то толкаться точно не придется. Расположили ее на Пушкинской набережной. Хорошо видно, что находимся прямо рядом с Москварикой. Тут же причал, если нужно куда-то переместиться на другую локацию на речном трамвайчике. Из какой угодно стороны с площадки можно выйти. Ну а вот так выглядит площадка в будние дни, когда она закрыта для посещения. Похоже на какое-то спящее царство. А вот так запаковывают детскую карусель, пока она не работает. Золотые часы, как всегда, на страже. Похоже, что эта площадка еще не раз всех будет радовать во время праздничных мероприятий и фестивалей. Если вам понравилось такое видео, то не забывайте ставить палец вверх, а также подписываться, если еще не подписались. Все, всем пока!